Только для людей, инопланетянам нельзя. Вот такое, значит, развлечение будет. Приехали в тир, сейчас будем стрелять из оружия. Маш, ты что взяла? Какую-то маленькую. Глок. Глок она взяла. Вот такое, значит, развлечение будет. Короче, детские пулеметы, смотри. Сейчас возьмем РПГ-7 и будем. Смотри, видишь, какой знак? Только для людей, инопланетянам нельзя. Возьмем, короче, РПГ, вот надписи по-русски, видишь? РНДСИ. Сейчас будем. Вот пулемет Максим. Итальянские, американские пулеметы. Все, что здесь представлено, из всего ты можешь стрелять. Вот любое. Ну, кроме там ядерной бомбы, которая стоит. Все, что нравится, бери, стреляй, покупай и иди в тир. Короче, мы выбираем здесь, где мы будем стрелять. Я взял вот такой вот автомат. Пулемет, я бы даже сказал. 40 патронов стоит 50 баксов. Короче, Дима купил Саддама. Сейчас мы будем в него стрелять. Конечно. Ты же взял себе пистолет из Кольта? Я Кольт. У тебя будет возможность сделать ему контрольный выстрел просто. Согласен. Бу-бу. Да. Ну-ка, посмотри. Кто попадет в глаз, в правый глаз, серьезно говорю, в правый глаз. I'm not shooting. Is she shooting? Нет, ну может быть, там разные патроны, туда-сюда. So, we can buy them, everybody shoots? Yeah. Okay, yeah. That's fine. Okay. Кто попадет в левый глаз, будет двойной бонус. Так. Кто попадет в рот, будет тройной бонус. Так. Вот, но самое главное, а что за бонус? По лицу. Значит, смотрите, умножая на 3. Ну, первый, короче, ну, правый глаз это 5, 10 и 15 баксов. Окей. Ты никуда не попадешь, чувак. У меня Кольт, братан. Ну? Не, я знаю точно, что я не попаду, потому что у меня пулемет. Я буду стрелять как Рэмбо. Рэмбо главное... Рэмбо главное замочить. Ладно, посмотрим, что из этого. Вы куда едете? Поехали! Смотри на дорогу! Короче, ребята специально для нас самолеты написали в небе над Лас-Вегасом «Welcome». Они приветствуют нас в Лас-Вегасе. Все, короче, одеваем наушники и проходим вперед. Окей. Okay. Ладно. Что это было? Я одеваю наушники. Ты что, Сергей, стоишь на наушниках? Так, сейчас главный сеятель добра. Сеятеля! Не, в нос поп... Вообще молоко! Это Кольт 1911. Да, Серега попал в глаз справа. А где? Попал в рот. Вот так. Тетенька стреляет за автомат. Но у меня, короче, 20 патронов. Окей, маленький этот. У меня, видишь, столик убрали. Рэмбо пришел. Давай, Рэмбо, покажи, на что ты способен. Поехали! Что это было? Стреляем. Это все что? 20 штук улетело. Я даже не понял, что происходит. Наш трофей. Осаму точно убили. Здесь не осталось у него ни единого шанса. Короче, танк Паттон, вот у него толщина брони. А как далеко он стреляет, знаешь? Блин, ну он стреляет на видимость, но, как правило, это до 3 километров. Может, потом уже просто не видно из-за горизонта. Не, ну толщина, конечно, брони, это пипец. Еще же наклон, видишь? Ну вот, смотри, нифига себе, вот, ребята, броня. Ну-ка. Ну сколько, 20-ка, да, я думаю? Да, я думаю, ну, кстати, да, может быть, и 20-ка. Прикольно. Джип Виллис. Я даже не сомневался, что ты туда присядешь. КамАЗ какой-то. Крас. А это что такое за желтенький вот этот? Ну, это этот местный, как его, американский бронетранспортер БТР. Не помню, как называется. Короче, можно такую тему заказать за $2500 вот на этом танке Абрамс М1.
раздавить машину. Видишь, у него следы? Да. Это он на машину, когда наезжает. Ну вот эти машины, я так да. Понимаю. Ну да, кстати, вот эти машины и стоят, да. И вот еще две готовенькие стоят на подходе. Ага. Прикольно. Все, 2500 плачешь. И все вперед. И удовольствие твое, да. И прям здесь они это делают? Да, 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 да. Вон, видишь, машина стоит уже наготове. А, понял. Ага. Он просто такой фау! И пошел. И все. А вот здесь гений советской мысли стоит в Лас-Вегасе. Это русский? Да, это танк Т-60 или что-нибудь типа такого. Ром, ну вот смотри, как-то странно. Тут сразу, смотри, танк продается сразу с инструментами для ремонта, видишь? Ага. Не, а почему у них бензобак так открыт, смотри, выделяется? А, блин, ну, это, я думаю, это запасной. Я не уверен, конечно, но мне кажется, это запасной. Наш советский. Наш советский танкопром. Открывается, все можно потрогать, все можно посмотреть. Я думаю, это запасные баки. Да, да. О, смотри, даже бревно привезли. Да. Сзади. Да. Смотрите, ну, короче, все, что мне осталось, это просто сфоткаться на ядерной ракете. Ой, вот сейчас, слушай, короче, на этом Хаммере. Мы едем в ресторан. Ну что, поехали. Солдаты есть. Преследуем военных на джипе. Я их застрелю сейчас, смотрите. Пау-пау. Mm-hmm.